Ну, собственно, я еще раз остановлюсь на том, что сделано, какие изменения внесены во вторую редакцию. Значит, это изменение названия, изменена немножко формула, но суть не поменялась. Определен референтный стержневой молниеприемник, установлено требование, что должна быть стандартное отклонение, должно не превышать 0,8 от стержневого молниеприемника и предпочтительная форма импульса ОКР. Но еще раз повторю, что эти изменения не устранили главных причин негативного отношения к стандарту.